Вот, дорогие друзья, я нахожусь уже на смотровой площадке Соддечера, этой деревеньки, и уже вот ее снимаю сверху. Сегодня уже пошел дождь, то есть уже видимость как бы ограниченная, но все равно, посмотрите, какая красота. Ну вот на этом я и закончу обзор вот этой вот небольшой нашей поездки. Ну, и хочу еще заметить, сказать, как бы в благодарность, кто, кого мы возили, это Юрий. Юрий, скажи ребятам слово, то есть мы тебе благодарны, то, что ты организовал эту поездку. Здесь надо дышать, озон в интернете не почувствуешь, густой озон. Это здоровье. Ну, спасибо. На этом мы заканчиваем нашу прогулку. Все, друзья, до новых встреч. Что попадется по дороге, вам расскажу. Спасибо за внимание. До свидания.